Всем привет! Вот купил себе лазерный диод 1600 мВт, 450 нанометров. Подешевели довольно-таки сейчас. Решил купить. Также купил к нему драйвер. Это самое. Ну и сам модуль, естественно. Да, это модуль. Сейчас он действительно очень маленький. Но об этом потом. Сначала распаковка диода. Это пока отодвинем. Да, вот такую коробку прислали. Для одного диода только. Можно сказать, большую. Вот это сам диод. В коробке больше ничего нету. Кроме рекламы. Да. В принципе, теперь распаковываем сам диод. Да, кстати, заранее заземлился. Паяльник тоже заземлил. Вот. Вот. Вот так. Запаковываю лазерные диоды. Вот он, маленький. Там. Здесь он значок, то что руками не брать его, а то потеряете свои деньги. Ну, конечно, и время потрачено на его пайку. Здесь тоже больше ничего нету, откладываем в сторону. Так, ладно, короче, откладываем диод. Руками, конечно, брать не буду, на всякий случай, хоть я и заземленный, мало чего. 2-3 тысячи не ход сотворить. Ну, плюс-минус. Так, теперь распаковываем драйвер. В драйвере, конечно, подарок. Такой вот положили китайский. Ну, его тоже в сторону. Так. Вот сам драйвер. Реклама. Драйвер, который для не куплен. Вот он сам драйвер. Драйвер, конечно, я распакую. Все-таки это драйвер. Ну и сейчас болезнь какая-то у камеры у всех, да. Кого не встречаю на ютубе, у всех прям болезнь. Может быть, так и. Наверное, так все-таки. Ну и. Да. Вроде бы так все. Надеюсь, видно. Ну, залазим. Да. Вот сам. Ну и. Сейчас фокусировка. Вот самая платка. Платка на 2 ватта. Ну. Здесь есть потенциометр, ну или проще резистор, можно так сказать. Не буду здесь возражать потенциометром или еще чем-то. Почему вот так она выглядит? Сзади нифига в принципе нету. Так, ну конечно сам диод я буду проверять не с помощью этой платы, я буду проверять с помощью уже проверенной платы. Это модуль 445 нанометров. Ну, точнее, может, конечно, и тоже 450, но просто в покупке этого диода было указано 445 нанометров. И, можно сказать, не больше, чем 450, поэтому 450 он, может, как более голубой считается. Буду проверять его с помощью этого драйвера. Драйвер проверенный, с лазерного проектора. Поэтому приступаем к распаковке модуля. Да, да. Уже ломать начинаю все подряд. Такой человек. Ну, бля, ёпсу. Да. Надо все решать. Распаковываем сам модуль.
Модуль я заказал очень маленький. Вот такой вот. Говно. Надоело уже. И такое надоело. И вот такое надоело. Ну, действительно, это жопа. 21 век. Такие громадины делать. Сейчас мы... Сейчас время... Можно сказать, нанотехнологии, чтобы все маленькое было и довольно-таки мощь большую выдавало. Причем, если так разобраться, каждый, кто покупает лазерный диод, лазерный модуль, он уже учитывает то, что, точнее, большая часть людей учитывает, кто занимается этим, так же, как и я, что это все дело будет ставиться на алюминиевый лист. Или, по крайней мере, на что-то тоже теплоотводящее. Поэтому я не вижу смысла покупать здоровый, вот как красный вот у меня, 700 мВт, который я покупал. Да, кстати, линзу от него будем использовать для того, чтобы... Потом покажу, как он светит. Это будет этап 2, конечно. Тестирование все такое, там буду даже на улице тестировать. Ну, здоровый все дело, поэтому купил маленький. Сам модуль очень маленький. Странно, конечно, но у продавца никто не берет. Стоит 600 рублей этот модуль при нынешнем курсе долларов. Видел такие в лазерных проекторах, причем в дорогих очень. Из них собирают лазерные сборки, в частности красный, синий, зеленый обычно ставят на 1 ватт сразу, его хватает. Да, его я тоже открою, покажу. Кому интересно. Ну, наверное, тем, кто любит лазеры, все такое, ну, как и я. Дырочка, конечно, чуть-чуть неровная. Ну, можешь, конечно, напильничком подровнять. Ну, конечно, за 600 рублей не будем хоть с напильничком равнять. Честно сказать. Ну, просто уж другого продавца не нашел. Один продавец только он выпускает. В России не знаю, где заказать. Вот, конечно, много и ВКонтакте это самое. Там продаем то-то, то-то, то-то. Но обманщиков также очень много. Я человек довольно-таки много раз ошибался, поэтому плохо доверяю людям. Под объектив М9, по-моему. Как я знаю. Ну, короче, скорее всего, сейчас попробую. Должна от красного подойти. Камера болезнь стала в последнее время. Теряется у них фокус прям на глазах. Многих замечал. Вряд ли бы сказал, что это от старости прям. Да, подходит. Идеально все подходит. Ну, да, красота какая-то. Маленький, компактный. Никакого лишнего, точнее, размера никакого лишнего. Так. Ну, это для него шайбочка. Сюда вставляется диод, прикладывается, болтиками закручивается. Болтики здесь в комплекте. За все это дело 600 рублей. Примерно творим. Так, ну ладно, с этим все. Сейчас будем паять диод. Так, купился геморрой, конечно. Можно так сказать, на свою голову. Ну что ж, нравится. Нравится нам заниматься. Этим всем красиво очень. Ярко. С диодами, с лазерами мир ярче, конечно, стало заметно.
Что, конечно, почему на улицах не используют, то я уже не знаю. В принципе, раньше когда-то указки появились, многие прям мечтали это самое. Действительно, вот, просто поставить куда-нибудь на лавку и включить прям через весь город это самое. Но время пришло, и почему-то этого нету. Как ни странно. Кто там? Грязно. Проблема такая небольшая. Просто кто? Слишком грязный внутри. Как выяснилось позже. Да, боюсь его руками брать. Денежки все-таки стоят. В том-то и дело. Ну так я заземлен, и будем надеяться, то, что не сгорит. Да, похож на фонарик. Да. Мини. Ну ее. Ну фокусируешься же. Такой маленький, 5-6 миллиметров, по-моему. Так, ну что ж, вставляем его сюда. Да, идеально прям подошел. Просто идеально сидит. Конечно, привык я мазать теплопроводной пастой на всякий случай. Люблю такую фигню. Термекс купил. Пасту. Вообще, безопасность лишним не бывает в планету. Вроде бы ровно. Да. Что еще сказать-то? Наверное, не буду вырезать то, что сейчас смотрю, что такое, потому что я, можно сказать, уже делаю его самое. Доканчиваю видео длинным, скорее всего, получится.
Что же делаешь-то? Так, ладно, теперь закручиваем. Вот так оно. Прикладывается, можно припаять спокойно. И ноль проблем. Конечно, его решил приправить типа проводной пастой. Кажется, пусть будет. Все-таки 1600 милливатт. Раньше на 1 ватт. Точнее, да, даже на 500 милливатт. Ставили такой огроменный радиатор, этот самый. Чтоб тепло отводил. Ну да, конечно. Хотя хрен знает, может сейчас диоды действительно такие стали, просто стали меньше греться. Ну как, к примеру, там светодиоды крея делают для фонариков. Свет ярко, греется меньше. Может, на такой основе тоже стали делать. Новая технология, может быть, вошла в моду. Даже не моду. Запатентовали, скорее всего. Может, так надо правильнее будет. Пусть так, ну фиг знает, даже не подписано. Фиг знает. Я думаю, тот, который испачкали. Балтик, балтик, балтик. Но балтик здесь тоже не нарезан. Нифига не нарезан. Жадина. Там вымочку сделали. У этих кто стоит? 800 рублей. Это больше всего. Вырезал. За 100 рублей с чем? За 200. Такая разница. Огроменная просто. Блин, где тут? Так, он вроде вошел. Нормальных нет нифига. Крутить, конечно, стараюсь посильнее. Конечно, он и так никуда не убежит. Но привычка с привычкой. Не замыкать он туда. Не посередине, зараза, блядь. Настолько нам, видимо, точно вся фигня. Вставай. Сейчас трусами вытерпим.
лучше. Неровность. Надеюсь, то сейчас прорвется. Да, вот как прожимается потихоньку. Когда баса просто прижимная планка, вроде как не должна прям притык, она должна прижимать где вот. Ну, люблю, чтобы прям конкретно было. Просто люблю. Ну реально странно, что-то в месте ровно, в другом не ровно. Да. Понятно. Я сейчас гайки, наверное, буду проще. Или, может, действительно таким мелочам уделяю время. Ну, хочется, чтобы было все конкретно. Люблю заморачиваться тоже. С этой фигней. Действительно, вот эта сторона парня будет длиннее. А что делать мне в этом году? Короче, фиксим. Поедем. Будем надеяться, что все нормально. Приближение. Чтобы в курсе, когда вы смотрите. Да,
действительно оно знаменательно. Все-таки не каждый день денется мы. Поедешь какую-нибудь фигню. За 3000 ры. Не знаю, я сколько там сейчас долларов. Точнее, почем он там? Не могу, это все быстро делать, как и некоторые на ютубе там. Хлоп, хлоп. Все. Все-таки я не миллионер еще. Сейчас нас минус припоет. Мухи ползают еще. Ужас. Охренели уже. Такой момент ответственный. Не ползают по мне. Не припаяю. О, наконец. Бон аппетит. Геморрой в дальнейшем не будет у нас. Мухи ползут по темным. Кш-кш. Кайфянные. Утро наступило. Брат, идеально.
кыш отсюда. Охуенно. Докопался, блин. Есть такие. Все обычные мы, которые там на всяк фигню на жрату садится, и которым достать кого-нибудь. Достать человека или там подобное. Да, когда человек чем-нибудь занят. Хотя мне кажется, им пыхай, но занят или чем или нет. Есть у них такая фигня. Доставать людей. Насчет животных не знаю. Людей неопределенно любят. Особенно те, которые какой-нибудь точной работой занимаются. Они что-то делают. Те вещи, которые требуют точности и ответственности. Делаешь что-нибудь так. Они налетает, летает. В нос залезет, блин. Жужжит там, блин. Так, ладно, вроде бы. Все за квартиру. Пойдем загорать. Пойдем загорать. Блин, пастает. Так. Болтики нам вроде пока нахрен не нужны. Ну, крутим минус. Модуль. Это показали. Да, там 700 милливатт стоит. Идеально. Микроскопическая тема. Что там, блин? За херня становится, блин. Мусор что-то какой попал, блин. Да. Теперь вроде как все нормально. Ну, для начала выкрутим ее. Посмотрим, как это чудо техники работает. Да. Проверять его буду. Тоже. Профессиональным блок питанием. От лазерного проектора. Так, только не шмякнуло. Не держусь. Я так понял, здесь только стабилизированный, специально под лазерные диоды. Вот их здесь несколько штук было в лазерном проекторе у меня. Здесь это вот под синий, естественно.
большие были. Ну и вот он, конечно, выходит. Конечно, с экспериментами пришлось его отрезать и впаять. Отсоединить. Так, и включите. Мега мощный, мега маленький, мега популярный на Алиэкспресс. Лазерный взгляд. Вечно проводятся, как они так и... Коллапс уж не вмещается ничего. Ну, короче, полный коллапс. Так. Был чай без модуляции. Пока что. Да, вот так это как-то выглядит. Это пока отсоединил. И сдвинуться все дело. Вот, наверное. Лучший вариант. Еще нужно двинуть подальше. Че ж, поехали. Не светит, зараза. Просто не светит. Понятно теперь. Просто, зараза, не светит. Негодяй! Ненавижу такую фигню. Когда такое прям бывает. Геморрой какой-то с этой фигней, блин. Вот сюда опять что-то не так. Ну, может нас светить. Сейчас не будет засранец. Что с вами такое? Ну-ка еще один раз. Жопа, блин. Не айс. Точно говорю, не айс. Пришлось третий паять. Что же сказать-то нафиг тут? Может. Может, здесь как-то бы сделано?
По-хитрому, бля. Да, документацию не посмотрел я, конечно. На сайте. Комп сейчас выключен еще. Может, там действительно два каких-то других, это самые. Не которые раньше. Точнее, не на котором. Обычно на лазерных диодах подключаются контакты. Значит, как раз два боковых подрубаются. Сейчас мы эти проверим, конечно. Люблю все. Лично все просто, что было. Здесь ни хрена не просто эти. Дюдюшных. Раз подрубил и ноль проблем. Работает. Паша, я отсюда. Дайте для вылет. Мухи, блин. Не знаю, что. Повернуть-то, чтобы видно было. Вот припаял. Да, вот что-то припаялся. Ну не дай бог, он сгорел, зараза. Я надеялся. Не пошли, нифига, блядь. Не хотят работать. Так, ну чё ж. Рубаем. Свети её. Мне уже два боковых мы поставили. Реально не хочется. О! Обалдеть, нахуй. Ты заработал, дорогой мой. Ага, и сразу как чайник греться начал, зараза, блядь. Так, ладно, значит, два боковых. Да, фонарик еще тут, короче. На туре больно. Сейчас я радиатор притащу медный. Лазер плюс-минус. Для начала мы к нему просто делать подключим. Хрен знает. Вдруг здесь это резистор на всю вырублен, а цена 2 ватта. Что за срань задумали сгореть? Хрен знает, что у меня на уме. Фан 12 вольт. Точнее, вентилятор. И просто 12 вольт. Нам к 12 вольтам. Ну, наконец-то подрублю, конечно, светодиод. Кретом какой-то. Сейчас только немного грести надо. Ну, грёпа,
светодиоды. Вот. Красный. У нас лазер синий, возьмем синий. Кстати, такого же цвета. Зафурачил. Полярность, видимо, не там ее. Вот уже. Да. Врублен так вот. Понял, на все. Аж даже. А задымился. Насколько он рублен? Наверное, точно надавал. Хотя светодиод 3 ватта. Поэтому надо нафиг. Сделать поменьше. Нахрена бы оно надо. Сейчас накрутим в другую сторону подальше нафиг. Светодиод реально горит. Капец как. Будем делать так, чтобы он еле светил. Вот так пойдет. А потом будем. Теперь сейчас подключим лазер. И будем. Вот так примерно. Сейчас подключим лазер и будем уже на лазере. На лазерном модуле. Причем на этом драйвере прибавлять мощность. Постепенно. Не дают всплесков. Да, нагрузку ощущает только. Короче, сутку, ну, я так понял, прибавлять. Отрубаем. Тут тоже отрубаем. Полотку, конечно, придется. Это фигня. Перья. Ставить слегка для полного удобства. Да, геморрой, конечно. Надо поставить вот таким вот образом. Не вот так, как это ставим, а по-другому. Видимо, не совпадает штекера. У проекторов и китайских драйверов. Так, ну что ж. Подрубаем модуль. Удаляться.
Поехали. Вон. Хрен знает. Если бы мы вот так подрубали. Да. Какой здесь плюс, какой минус-то нафиг? Нифига не видно ничего. Ладно, будем надеяться, что ну, все будет нормально. Не светит. А почему? Потому что неправильная полярность. Опять же, блин. Каенный. Так, еле пиздит. Будем прибавлять мощность, пока она не разгорится. О, что ты начал светить? Нет, на самом деле он горит не ярко, как бы это ни казалось. Горит он на самом деле не ярко. Хоть на камере, конечно, и кажется, то, что там как звезда горит. Нет, на самом деле он не горит так. На самом деле его еле видно. Камера, конечно, определенно халтурит. Будем тебе прибавлять. Судя получу. Что-то не ощущаю прям. 1600 милливатт. Ну ладно, давай будем дальше прибавлять. Честно сказать, не впечатлил.
Хотел что-то, блин, ну реально что-то такое. Действительно супер-супер это. На камере, конечно, смотрится, да, но на самом деле. Не ахти тема. Потенциалометр работает только до середины. После когда доходит до середины и сбрасывает яркость. Нифига себе. В плане нагрева, да. Нагревается конкретно быстро. Ну, в принципе, что хочу сказать. Вот, в принципе, такой небольшой обзор. Всем, можно сказать, пока. Кто меня смотрел?